Всем привет! Сегодня мы покажем вам способ приготовления домашнего йогурта. Итак, берем 1 литр молока, ставим на плиту и кипятим. Затем оставляем молоко остывать на 10 минут. Теперь переливаем молоко в подходящую посуду. Добавляем 1 столовую ложку йогурта. Все хорошенько перемешиваем. Теперь закрываем крышкой. И еще сверху накрываем полотенцем. И оставляем на ночь при комнатной температуре. Вот и все. Наш йогурт готов. Наш йогурт имеет приятный освежающий вкус и аромат, однородную структуру и достаточно плотную консистенцию. Надеюсь, вам понравилось наше видео, а мы желаем всем приятного аппетита и увидимся в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!